Так, новый день и новый трип. Мы едем дальше, выселились из апартаментов, так называемых. Спал я сегодня хреново. Не знаю, когда-то все-таки, я надеюсь, посплю нормально. Едем дальше, едем на озеро Кома. В Милан, наверное, заезжать не будем, потому что большие города, честно говоря, надоели. Сколько будет стоить дорога, это непонятно. Получается, до Милана. Откуда мы ехали? С Вероны до Милана, я боюсь, что сейчас 17 евро будет. Или 20. Это каждый раз. Хрен пойми, сколько сейчас тебя... Насколько тебя обуют. Так вот это все выглядит. Эти карточки. 11,40, как с куста. 11 евро с половиной. Вот так это работает здесь в Италии. А во Франции и платные дороги, и винетку надо покупать. Как-то так. Знаете, эта кома становится комом в горле, потому что невозможно. Так задрался я платить. Каждые 3 минуты ты платишь за дорогу. Именно... Без чеков. Уже даже без чеков. Они уже на бумаге экономят. Тупо подъезжаешь и чехлишь. Там евро 70, здесь 2,40. Непонятно, какое расстояние, от чего что зависит, вообще не ясно. Вот. И, ну, я не хочу, чтобы у нас такая Европа была. Вообще, честно, мне не всралось такое. Вот мы нормально живем, полудико. Вот я так, мне так нравится. Честно, я вот сейчас с улыбкой вспоминаю, как можно у нас, извините, конечно, припарковаться там на бордюре. И все, и на всех положить. Ну, это хоть, ну, как-то... Ну вот как-то да, у нас там влево. На бордюрчик заехал, еще что-то. Поставил машину, пошел дальше. Ты сам захотел в кома. Не, я понятно захотел в кома, как бы я не жалею. Мы едем и едем, да, ну, посмотрим на кома. Это, в принципе, ну, недорого, но сам факт. Какое-то чертило, я просто читал в Википедии, что много частных дорог в Европе. Какое-то чертило покупает себе кусок дороги, ремонтирует и зарабатывает на нем. Ну, реально. Конечно, я тоже за диордунг, за порядок, но когда он уже действительно такой диордунг по-немецки, знаете, то как бы и не хотелось бы. Котов нет. Вы видели в Вероне ни одного кота. Что это такое? Припарковаться негде. За дороги платишь каждые 3 минуты. У нас, у тебя есть разбитый Жигуль, накопил там денег на выходных погонять на бенз, все, ты уже в дамках, а здесь хрена с два. Немножко вам итальянских дорожек, за которые вы не платите, слышите, да? Если ты платишь, ты по нормальной дороге едешь. Но здесь уже нет платных дорог, в принципе. То есть мы едем по обычной дороге городской. Но вот это Кома. Городок. И дорожки здесь явно не идеальные, скажем так. Вот. Оп, и в ямку. Вот. Как-то так. Поэтому, ну не знаю. Вот то, что в горах, было шикарно. Здесь, может, сейчас тоже будет очень красивый вид. Понятно, что это место известное на весь мир, озеро Кома. Но что-то на дороге здесь
не тратится тоже. Вот люди делают себе вот эти, ну, может, государство делает, не знаю, вот эти вот куски дорог, где ты можешь быстро проехать и бесконечно зарабатывают. Тоже куда они эти деньги вкладывают, непонятно. Вложили бы в город, здесь бы сделали бы дороги. Нет, если не платишь, то плачешь. И еще они не говорят спасибо, понимаете, аварийки. Это чисто наша манса. Сейчас я задавлю этого мотоциклиста. Все нормально. Вот, наши мансы. Мы вот сейчас, нас пропустил человек, я аварийку поставил, ну, включил. Вот. Сказал ему спасибо. А вот грузовичок сейчас меня обошел, я его пропустил. Он нет, просто вот так вот строился. Короче, на какие-то мы другие, естественно. И я не знаю, хочу ли я. Да, да, красиво. Классная тачка. Я не знаю, хочу этого, не хочу. Мне и в нашей деревушке хорошо, в нашем селе. Вот серьезно. Вот не надо никакой глобализации. Красивые девушки, не вот эти крокодилы, которые здесь ходят. Но нормальная еда. Аварийкой все спасибо говорят друг другу. Котеечки бегают. Пусть они там ссут, срут на молдаванке. Но все равно, это такое все родное. Не знаю. Ну, может, кому-то нравится так жить. Практиш, квадратиш, гуд. Но я уже понял, что у нас все хорошо. Конечно, есть перегибы на местах. Вот, немножко можно и подшаманить что-то, но в принципе такая, ну, безнадега здесь, да. Вот если у тебя денег нет, то куда деваться? А денег-то не так уж и много у людей. Да, здесь есть богатые люди, вот они гоняют на крутых тачках. А есть обычные, которые на великах ездят специально на работу, чтобы сэкономить. Понимаете? Ну и все машины тоже. Малолитражки в основном. Ну вот оно показалось. Это озеро Кома. Но Верона вчера произвела, ну, городок прям хорошее впечатление. И дороги там хорошие. Что это такое? Ребята, если не я не покажу, вам никто не покажет. Вот Италия. Италия. Вот как в том фильме, помните? Вот про очки. Вот как бы озеро началось. Дорога не ахти. Городок такой засранный. Сейчас мы едем, наверное, на какую-то точку. Нас Google ведет куда-то. Я даже не знаю, где мы там припаркуемся. Но, видимо, припаркуемся и не будем от машины далеко отходить. Хз. Где здесь вообще, в принципе, можно припарковаться? Вот здесь машины стоят. Я так понял, что там, где белые линии, там можно всем парковаться. А вот красные, желтые, не знаю, пишите. Вот, что это значит? Как-то да. Но озеро ничем не испортишь. И гора тут красивая. Сейчас, я надеюсь, припаркуюсь где-то. Час еще ехать. Да, и буду вам снимать. Да, пишет, час еще ехать. 48 минут. Внимание, вопрос. Нужно ли столько ехать? Ну, по идее, да, чтобы наполовину приехать. По идее, куда нас ведет навигатор, там, наверное, самая красивая точка. Посмотрим. Видите, такие башенки. Мы едем. Еще 15 минут. И будем на месте. Надеюсь, что действительно нас ведет навигатор в то самое место, которое инстаграмное, может быть, где все фотографируются, прыгают в водичку, там какие-то мужики даже. В бирюзовую. Но так что-то она сейчас не очень бирюзовая. Хотя солнышко есть. Может быть, что-то как-то. Не, я бы, конечно, сейчас бы прыгнул. Так жарко. Мы открыли окна. Вот. Оля, она мерзнет, поэтому открыли окна. И теперь я потею слева под солнышком. Я бы, конечно, сейчас запрыгнул в воду.
Я думаю, что она прям очень холодная. Это же горное озеро, как думаешь? По идее, горное. Так, так, что-то у нас здесь цивильное пошло. Сейчас будем смотреть. 6 километров. Короче, Абхазия, вы поняли, да? Какой могла бы быть Абхазия и как ее просрали? Я не знаю, кто-то вообще собирается Абхазией заниматься? Я когда был в Абхазии, я понял, что ну, это место ну, безумное, как я люблю говорить, плюс-минус. Вот точно так же в Абхазии, как здесь, только там морька еще с бирюзовой водой. Но почему-то она разваливается и никто не занимается. Зачем Кома, зачем Ницца, если есть Абхазия? Так, ну вот, в самый эпицентр-то мы приехали, а теперь надо где-то припарковаться. А где? Вот то, что белые парковочки, я уже понимаю, что это белое. Это можно на шарик, это любимые парковки уже. А вот желтые и синие. Синие – это платные, а вот оранжевые, что это значит? По-итальянски непонятно. Видите, спасибо, говорят. Уважаемый, говорят. Вот так вот. Сходите на Кузнецкий. Все в лаковых. Так, ну, красиво здесь, красиво. Единственный геморрой, как всегда, это припарковаться. Посмотрите, человек просто припарковался раком, как у нас. Неужели это возможно? Неужели посибель такой? Естественно, нету мест на белой парковке. Вот тут какой-то кросс выезжает. И что? Но она была припаркована не на белой парковке. Да, она была непонятно как припаркована. То ли дело на мопеде приехал, и все. И царь. Где хочешь, запарковался. Вот, кстати, для инвалидов место, Оля, было. Мы с тобой есть у нас неоформленные. У меня с ухом можно было бы. И вот такие маленькие, вот такие гаденыши вот на этих малолитражках. Их не видно и думаешь, о, свободное место, сейчас как припаркуюсь. А ни хрена подобного. Торчит эта жопа. Ну вот. Мне кажется, они даже кайфуют, эти люди, на этих малолитражках. Специально их поглубже ставят, чтобы казалось, что место свободное. Сколько мы будем здесь пытаться припарковаться, я не знаю, может, до завтрашнего утра. Ребята, белая, белая парковка в самом центре Кома. Представляете? А я говорю, что не везет человеку. Везет? Сейчас надо будет у дедушки все-таки уточнить, у старикашки. Так, старикашка как-то прозвучала не очень уважительно. У дедушки, у итальянца, надо спросить. Точно ли бесплатная белая парковка? Да, ребята, бесплатная парковка. Ну, вот хоть что-то у нас есть на сегодняшний день бесплатненького. Вот, конечно, здесь я уже сказал, нужно абсолютно за все платить. Дороговизна, дороговизна, дороговизна в рядах стран капитализма. Как-то так. Это можно охарактеризовать. Ну да, красиво. Тут неплохо. Так вот они отдыхают, эти капиталисты. Играют какие-то свои игры, типа гольфа. Платанчики здесь красивые такие. Мы сейчас, типа, пойдем на пляж. Ольга хочет ополоснуться, ополоснуть свое тело. 23-летняя. А я не знаю. Пока. Такое, конечно, есть явно какое-то место такое красивое. С архитектурой. Может, оно там дальше. Здесь купаться, в принципе, нафиг мы час ехали, если можно было примерно такое же место увидеть и в самом начале этого озера, как здесь. Надо, видимо, пройтись туда. Да, хочешь искупаться?
Давай придем сюда. Видите, какой хлыщ идет? Слово хлыщ прямо характеризует этого парня. Не идет, а пишет. Не бирюзовая водичка. Ну, даже не знаю, хочется ли мне к этой утке. Вроде так все вокруг красиво, но вот того самого инстаграмного места я так и не нашел. Может, там оно? Надо отъехать 20 минут. Вилла дель Бальбионелло называется место. Я так понимаю, что вон там оно. И там красиво, но есть маленький нюанс. Она работает до 5. А сейчас у нас 16:35, и вход стоит 38 евро. Ну, то есть, вы поняли, да? Но зато на мужиков пузатых посмотрели. В принципе, тоже неплохо. Ну, как-то так это все выглядит. Обычное озеро, ничего особенного. То, что вы там видели у кого-то на фотках, на видео... И кто-то кривлялся, я вам скажу, что ну ничего особенного. Ты что-то видишь особенное или нет? Ну, озеро и озеро. Ну, видимо, надо было это увидеть. На вилле, да, наверное, прикольно. Там можно поснимать, пофотографировать там какие-то красивые домики, какие-то фигуры из там камня женские, я насколько помню, там, с кипарисами и с водичкой. И... В принципе, будет неплохо выглядеть. Но так, в глобальном масштабе, ну, вы видите, да? Если я попал в Доломиты, и у меня перехватывало дыхание каждый раз, то сюда я просто приехал и... Вот такой пансионат. Ну, Абхазия, я же говорю. Просто чистенькая. Вот, как-то так. Искупаться мы не искупаемся... Пилили сюда час со скоростью 30-40 километров по этим узким дорожкам. И сейчас обратно тоже пилить в сторону аутлетов. Так же само долго. Вопрос, зачем сюда пилили, непонятно. Типа можно искупаться, но хочется ли, да, искупаться в озере сейчас? Кома. Может, найдем пляж, если то искупаемся какой-то нормальный. Но здесь, видите, все так обрывисто. Что как-то даже не хочется. Короче. Да беспонт такой. Даже фотки не сделали здесь. На эти виллы стоит зайти по 30, по 20 евро. И что там делать, я не знаю. Вилла Ома безкоштовно. Вот. Чтоб я еще платил за это. Едем мы, наверное, не знаю, в аутлет или что. Или все-таки заедем в какую-то виллу. Виллы закрываются. Мы опоздали везде. Даже если бы захотели бы заплатить, то это нереально. А так просто ходить по вот этому срачу. Налево сейчас поворачивать? Не знаю. Вот. То такое. Поэтому мы думали в аутлет. И самое известное, типа... ну, миланские аутлеты, там, итальянские. Это внизу находится, на юге где-то, но это далеко. И вот здесь, почему мы сюда поехали, я думал, что можно будет это дело совместить. Оказывается, Швейцария, этот Фокс какой-то там, аутлеты. То есть надо ехать в другую страну. Оно здесь 26 километров, получается, и уже Швейцария, судя по всему. Но ехать в Швейцарию непонятно. Там, может, какую-то винетку надо покупать или что-то еще, поэтому... Видимо, мы сейчас едем уже в Монако, в сторону Монако, во Францию. Вот. Короче, Кома что-то прошло по касательно, непонятно что. Эти места белые везде свободные, занимай не хочу. Никому не всрало здесь ничего. Ну, такое, честно говоря, та же самая Верона поинтереснее. В Кому приехать, походить по вилле, поснимать красивые виды. Я разворачиваюсь, вот. И все. Как вам такие цыгане?
Видели, вот так вот мы ездим. И крыша не всегда открывается, потому что там куча тоже хлама в багажнике. Ну что, поехали во Францию. Получается, как-то так. По пути где-то поедим. И надо будет не забыть винетку взять. Вроде там винетка и платные дороги. Не знаю, докуда мы сегодня доедем. Доедем ли мы до Монако или нет. 384 километра до туда. 5 часов ехать. Сейчас 5, ну типа 10 вечера. Не знаю, может найдем где-то по дороге место, где переночевать. Открыли крышу, как-то стало сразу поярче, поприкольнее. И пожарче. Ресторанты Панорамико. Видите? Ну, красиво здесь, конечно. Если крышу открываешь, то, конечно, все становится гораздо ярче. Проехали через неправильные ворота. То есть только одни ворота были с билетом. Все остальные без шлагбаума. Все едут по тем, которые без шлагбаума. И я проезжаю и понимаю, что это ненормально. Видимо, у типов идет какая-то там карточка, которая считывается. Вот. И пришлось, я не знаю, я вот вернулся сейчас, взял билет. Без машины. Потому что машины туда не заехать. Тут одностороннее движение. Что из этого выйдет, я не знаю. Это просто какой-то цирк. Вот, номера здесь не указаны. Мы будем надеяться. Так оно все сделано. Но если ты не знаком с этим, ну ты хрен поймешь, куда ехать, что делать. Тем более, все очень быстро тебя прижимают. Это жопа. Да, еще ни разу я так не хотел заплатить за дорогу, как сейчас. Побыстрее. Чем дальше едешь, тем больше штраф, как написано в интернете. И он больше 100 евро может быть. Я не знаю, что с этим делать. То есть, как? И вы понимаете, там было 5 проездов, и туда все ехали. И сбоку был только один маленький, где платили. Ну, где брали билет. И его даже незаметно было. Плюс везде еще, как это работает. То есть, иногда там есть шлагбаум. И дается билет, выдается билет. Иногда нет шлагбаума. И ты просто платишь, да? То есть, вообще непонятно, это все устроено. То есть ты едешь вперед, все машины едут, ты едешь за ними и думаешь, сейчас я проеду, там, может, заплачу или что. И проезжаешь, и все, а потом назад ты не можешь вернуться. Потому что там одностороннее движение, и 1000 машин, и они все летят. Ну вот я не знаю, что с этим сейчас будет. То есть мы сейчас будем специально остановимся, будем разговаривать, я буду разговаривать с этими типами, но они же такие роботы, могут упереться и все, и сказать «нет». Билет я взял, но номера не считали в этой, там где-то шлагбаум стоит, вот, то есть не зарегистрировали мою машину, как она заехала именно в этот шлагбаум, зарегистрировали там, где вот эти вот транзитчики ездят, поэтому да, могут быть траблы, и еще какой-то ДТП здесь. Судя по всему, все едут очень медленно.
Не можем найти гостиницу, тоже нормально. Уже все от 80 долларов и 80 евро начинается. Думали Сан-Ремо. А там опять эти хитрожопые итальянские мансы стоят 45 евро. А сколько уборка стоит? 80 евро уборка стоит. И до 2 евро налог. Ну вы понимаете, да, прикол? То есть вот так это работает. 40 евро номер, 80 евро уборка и 2 евро налог. То есть как они только не пытаются тебя завлечь низкой ценой, да? И получается в итоге, получается то, что получается. Больше 100 евро. Где ночевать вообще непонятно. Честно, не знаю, что мы будем делать, потому что в Монако уже такие цены посрачные. Там где-то в лесу, где-то в заднице, час езды от Сан-Ремо на север есть какое-то место, 40, да, там 45 евро. Не знаю, посмотрим, может, туда поедем. В Монако, наверное, мы не попадаем, да и, ну, смысл, то есть там совсем дорого снимать так, чтобы кинуть кости на 5 часов за космические деньги. Вообще, да, вопрос, конечно, остается открытым. А что ты думал? Ты же понимал, что ты в Монако едешь. Ну, вот так. Что-то буду выдумывать, что-то как-то выкручиваться, не знаю, жив. Короче, посмотрим. Видите, вот такой вот информационный борт. Типа 31 километр ДТП. Мы сейчас еще будем пилить. И пилить. Видите, какая пробка из-за этого ДТП образовалась. Так, что-то инциденты здесь. Какой-то грузовик. Какая-то легковушка. Ну, в принципе, ничего особенного. Легкий такой ДТП. Короче, просто повернули непонятно куда. Потому что на каучсерфинге кто-то ответил, что, может быть, нас приютит. В этом городе как раз. И мы как раз едем по Лигурии. И типа, о, давай свернем. И заодно узнаем, что вообще по штрафу будем сейчас платить. И за дорогу, и как-то что-то решать в этом плане. Я, конечно, не знаю, что сейчас мне скажут. Так, сейчас, подожди, давай сначала решим с одним. Так, ну, вроде здесь даже дядька говорит по-английски, что очень круто, и мы сейчас будем решать этот вопрос. Я ему вроде объяснил, он вроде позитивный. Ребят, никогда еще так не был счастлив заплатить 16 евро. О, смотри, какая-то пиццерия. Может, припаркуемся? 16 евро за дорогу, как сейчас. Это жестяк, просто. Ну, то есть ты понимаешь, что ты сейчас попал, может быть, на штраф, 100 евро в интернете пишут. Легко. И когда тебе 16 евро высвечивается, ну ты такой счастливый вообще-то. Вот, сейчас мы припаркуемся и будем здесь переписываться с типом, который нам написал с каучсерфинга. Ну что, 200 километров мы проехали, очень долго ехали, и 16 евро обошлась дорога. Ну, приятная 16 евро. Ребят, это приключение настоящее. Мы свернули вообще непонятно куда. В Лигурии. Знаете, Лигурия, это такая пицца есть. У нас есть пицца Фонтан, по-моему, называется. Я там все время брал Лигурию. И, наконец-то, я вот в Лигурии нахожусь. Какой-то челик ответил, Оля, ну, она только сделала себе каучсерфинг и поставила аватарочку, там, как бы она симпатичная девушка. И тут же ответили, но только один человек. У нас вариантов нет. Я уже говорю, давай палатку поставим где-то на пляже. И уже, в принципе, Оля не против. И что сказать? Ну, сейчас, если этот парень нормально до конца мы его дожмем, согласится, то, в принципе, будем спать у него. Если нет, то не знаю. Посмотрите, это чисто пиццерия, настоящая итальянская, в Лигурии. Мне это прям очень интересно посмотреть. Смотрите, такое меню, так антипасти 14 евро, батута какая-то 15. Но здесь прям одни итальянцы сидят, спагетти 15 евро. Ну, вообще не дешево. Чтобы вы понимали, знаете, где мы сейчас? Мы в Сан-Ремо. Недалеко от Сан-Ремо находимся. Ну, в 80 километрах. Вот. Как-то так.
карбонара 10, если это та самая карбонара. Квадро формаджи, вот, 9. Стоит пицца 9 евро. Наша пицца написана. Ну, вот, нормальные, кстати, цены. 9 евро за пиццу. Очень даже ничего. Хотя я уже, конечно, я не знаю, спросил бы у них за какой-то суп. С другой стороны, уже поздно. 22.02, и нам надо дальше ехать. Эспрессо. Кофе вообще недорогой в Италии. Видите, евро 20, евро 50, 2 евро. Так, некрасиво снимать, просто ходить по залу. Женщина на меня, официантка, так смотрит строго. Мы подсмотрим, посмотрите, видите, вот так вот итальянцы кушают, сидят. Как-то так, прикольно. Так, чтобы понимали, да? Что-то говорят еще про Украину. Не идеальные дороги в Италии далеко. Те, которые, я же говорю, за которые ты платишь, как бы все нормально. Так, ну мы решили здесь еще узнать, может быть, сколько в гостинице стоит. Но в интернете цены подсрачные. Там опять же под 100 евро за ночь. Поэтому вот сейчас, да, мы зайдем в какой-то недоотель. Тоже прикольная пиццерия. Интересно, у них есть суп 4 сыра или нет? Кстати, чисто именно итальянский, это итальянский такой рестик. Итальянское оформление. Такое аутентичное, прикольно. Мне нравятся такие штуки-дрюки. Типа, можем попробовать позвонить. Бонора. Чик. Чао. Нету мест. Вот настали времена. Каша съедена до дна. Нам бы по сухарику, тузику и шарику. По 100 евро и все забито. Что такое вообще? Откуда столько богатых людей в Италии? Я думал, что Италия, она не богатая страна. Достаточно. Это еще одна пиццерия и тут же отель. При ней. Ну, что-то я даже не знаю, что это такие названия, хрен пойми вообще, что это такое. Пескато дель Джорно. Рыба дня. Что-то мне так показалось, что это переводится. Ну что, везде занято. Что это за место такое? Вроде село селом. И занято. 60 евро. Где? У каких? Не, ну да, 60 евро стоят там комнаты, и... но их нет в наличии. Поэтому... И он, по-моему, даже сказал с завтраками, это интересно было бы нам такое. Но мы идем в ту самую пиццерию, будем там, может, спрашивать. Вообще человек пока не отвечает с каучсерфинга. Ну, не знаю, поставь еще одну фотографию на ум. Какое-то пооткровение и ответит. Мы можем еще вернуться к этому мужчине в Милан. Да. А чего нет? Он там причиндалами будет ходить, махать. Ты запомнишь эту ночь на всю жизнь. Лысый. А он еще круче, чем лысый из Бразерс. Он, знаешь, этот лысый из Бразерс, он какой-то такой маленький, точенький. Вот. А это именно качело, такой качок. Хотя у тебя еще детская психика может не справиться с этим совсем. Да даже моя взрослая психика. Этот мужчина. Ну, Милан тоже будет дороговато возвращаться, поэтому даже к этому лысому мы не пойдем. Мы можем залезть в окно где-то, и вот знаешь, как в Испании модно, залез, поселился и всех посылаешь. Да, это нормально, это приключение. Вот ты в курсе, да, что можно в Испании взять, залезть куда-то и посылать хозяина? И он все равно должен платить за коммуналку, за все, а ты там живешь, и тебя не могут выселить. У них такие законы, да, у испанцев? Я не помню, как называется, у меня умные подписчики, они напишут.